дробил кисть руки. Истекая кровью, уже теряя сознание, боец понимает, что соединить концы провода перебитыми руками он не сможет, поэтому сжимает руки зубами. Таким образом, связь была установлена, но проходит она уже. Штурмовые группы впервые появились именно здесь, в Сталинграде. По инициативе Василия Ивановича Чуйкова были группы немногочисленные, 6-8, максимум 10 человек, но, как говорится, брали не числом, а умением. Ловкие, маневренные, хорошо вооруженные стали незаменимы в уличных боях и в боях на Мамаевом Кургане, за что сам Чуйков называл их детищем ближнего боя. На среднем плане полотна запечатлен подвиг 19-летнего младшего сержанта Николая Сердюкова. Посмотрите, он закрыл своим телом амбразуру вражеского взвода. Посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. И вот таких вот подвигов в Сталинграде было совершено 11. Поправее, в центре полотна мы видим человеческую фигуру, охваченную пламенем. Морской пехотинец Михаил Паникаха поднялся из-за бока навстречу вражескому танку двумя бутылками зажигательной смеси в руках. Шальная пуля попадает в одну из бутылок, которая разбивается, жидкость проливается, попадает на одежду и вспыхивает при взаимодействии с воздухом. И вот боец, охваченный огнем, словно живой факел, возмогая адскую боль, продолжает двигаться вперед, и второй бутылкой попадает по решетке моторного люка головного вражеского танка, благодаря чему тот девушка, санинструктор Анна Бесчастного, которая поддерживает тяжело раненого бойца. За время Сталинградской битвы эта хрупкая девушка на своих плечах вынесла более сотни тяжело раненых наших солдат с поля боя вместе с оружием. На переднем плане полотна мы с вами видим немецкий пикирующий бомбардировщик «Юнкерс-87». А в небе огненный след еще одного самолета, но это уже наш самолет, штурмовик Ил-2 пилота Виктора Рогальского. На дальнем плане полотна серой ленты мы видим полностью разрушенные корпуса завода «Красный Октябрь». С первых чисел октября 1942 года территория всех завода Сталинграда становится ареной жесточайших сражений. Враг целенаправленно наносит удары по заводам с целью прорыва в блок. За заводом «Красный Октябрь» находится одна из основных переправ на Медведь. О том, насколько ожесточенные бои проходили здесь, можно было судить хотя бы потому, что на 1 квадратный метр земли Мамаева кургана насчитывалось от 500 до 1250 осколков от разрывов бомб и снарядов. Попросту говоря, если бы вы вычерпнули бы эту землю рукой, то у вас в горсти оказалось бы от 6 до 14 осколков.